Всем огромный привет! Тема будет достаточно необычная для моего канала. Тема, связанная с любовью Успенской и ее дочери. Решила записать ее, потому что все детство в машине и дома были ее песни, на концерты мои родители ходили, и меня с собой, естественно, брали. И действительно, вот этот шансон, он неповторимый, кому-то он может не нравиться, кому-то нравится, но это все равно часть той эпохи, того времени. И, в принципе, обратите внимание, вот никто вот в таком стиле сейчас вот новый и не появился. То есть, по сути, вот она королева своего стиля «Любовь», и она, в принципе, в нем осталась. И, естественно, люди, которые слушали тогда, я думаю, с огромнейшим удовольствием ходят на ее концерты. И теперь, и каково же было мое удивление, когда я увидела, что у человека такие проблемы. И на самом деле, вот действительно захотелось посмотреть, насколько все запущено, насколько это все решаемо. И почему-то мне еще захотелось посмотреть, вот что хочет каждая из них. Потому что я сама тоже, в принципе, была маминой такой дочкой, да, то есть я тоже очень вот так вот, мы с мамой всегда как подружки, и, конечно, я понимаю, как никто другой, что каждая мама хочет от своей дочери, чтобы она оправдала надежды и даже еще их превзошла. То есть это совершенно нормально, это любая мама хочет самого лучшего, самого теплого для своей девочки. Это совершенно нормально. Но, как бы, я прекрасно понимаю, что даже вот просто астрологически я посмотрела, Татьяна Козерог, я тоже, кстати, Козерог, я 31-го, Татьяна дата 27 декабря, тоже из открытого источника я данные нашла. Так вот, любовь рыбы, а Татьяна Козерог, то есть тут даже только исходя из этого, даже не делая какой-то точными данными, с датами рождения гороскоп, тут и так понятно, что Татьяна более прямая, более конкретная, говорит в лоб. А любовь – это, естественно, как любую рыбу, как человека творческого, с такой вот организацией тонкой, естественно, это может обижать. Естественно. Но мне хочется, во-первых, посмотреть, из-за чего сложилась такая ситуация. Первый вопрос. И второй вопрос – как ее решить? И перспективы решения, каким образом это вообще можно решить. В любом случае, я очень желаю, чтобы они помирились, потому что девочка тоже очень, ну как девочка, женщина молодая, тоже очень интересная. Я посмотрела картины, я видела там разные комментарии, писали в передаче, что так рисуют и в душевных этих психбольницах. Я все это читала, но извините меня, я была на выставках современного искусства. Это человек, который рисует стильно. Это современно и действительно не как все, не штамповано. Вот. И, конечно, что я хочу сказать, в принципе, художники, они всегда должны быть с какой-то безуминкой, иначе они просто не смогут выражать себя. Да, то есть спокойный, флегматичный, упорядоченный, без хаоса художник, он будет очень такой вот ограниченный. И в принципе может быть такое, что девочке и нужны вот какие-то эмоции, какие-то всплески, но может быть их можно искать, например, играя в театре, допустим, да, то есть вот так вот выражать себя. И плюс, конечно же, живопись. В любом случае, я желаю Татьяне и Любови обязательно найти компромисс. И сейчас посмотрим, какие основные причины стали. И насколько вообще это можно решить. Так, какие основные причины конфликта? Ну вот смотрите. Вот ноша, груз. То есть один человек тянет, по сути, другого человека. И тут тоже ноша. Причем, вот как интересно получается. С одной стороны, я так понимаю, что любовь тянет Татьяну.
С другой стороны, Татьяне это тоже в тягость, что ее тянут, да, потому что когда человек тянет другого, да, ну, во всех смыслах, и в моральном, и в материальном, он пытается вот эту как бы субординацию и в целом вот личное пространство нарушать другого человека, да, то есть это не только здесь, это вообще в принципе такое есть. Человек может, например, одолжить нам какую-то крупную сумму денег, и потом он вправе расспрашивать нас о каких-то вопросах, о которых мы, например, не хотим разговаривать, да, то есть вот такой вот момент очень важен, то есть действительно любовь тянет. Любовь действительно ее тянет на себя. Очень сильная женщина тянет. Старается все-таки вот эту холодность дочери преодолеть, проникнуть. Хочет все-таки как-то вот сблизиться. Но за счет того, что она ее тянет, дочка еще больше закрывается. Вы понимаете? И вот эта вот дверь, в которую можно проникнуть, она еще становится еще меньше. И проникнуть к дочери еще сложнее, захлопывается. И тут, получается, не нужно вот этого. Вы знаете, есть такие люди, которые проявляют интерес к другим людям только тогда, когда им даешь хорошо побыть в тишине и покое, и когда к ним не лезут. Вот есть такие люди. То есть просто внутренний покой и абсолютная потеря интереса должна быть. Мне кажется, вот нужно и Любе такое сделать. То есть ей не нужно лезть к дочери. Не нужно лезть к дочери, потому что она еще больше и больше закрывается из-за того, что любовь к ней лезет. Вот такой вот, ну как лезет, пытается почувствовать, пытается как любая мать, да, то есть я тоже мать, я прекрасно понимаю, что такое, когда твой ребенок вот не может тебе все сказать, как вот есть. А козероги как раз такие люди, мы не можем говорить все вот то, что у нас на душе, то есть вот на самом-то деле, и это не только вот этой ситуации касается, то у многих вот, особенно у солнечных козерогов женщин, мы очень тяжело открываем нашу душу. Очень тяжело. Вот. И всем всегда кажется, что у нас все легко и хорошо. Так, значит, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть вообще, хочет ли дочь вообще примирения? Планирует ли какие-то попытки примириться и какие-то попытки все-таки наладить общение с мамой? Вот смотрите, четверка кубков, четверка пентаклей, закрытые карты. Но король кубков это, видимо, отец. Видимо, она все-таки к отцу ближе. Больше вот такая папина дочка с таким мужским характером, я так понимаю. Но давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, есть ли какая-либо возможность, способ все-таки найти им компромисс, все-таки помириться. Есть ли такая, ну, допустим, в течение года. Вот, допустим, до конца 2021 года. Есть ли возможность им помириться, примириться? Так, рыцарь мечей. Ну вот, а какая-то агрессия сохраняется. Причем вот у меня стойкое ощущение, что эта агрессия, вот это накручивание идет. Либо кто-то любовь накручивает, говорит, да ну, да ты давай построже с ней, либо дочери говорят, не прогибайся. То есть вот такое ощущение, что кто-то третий может им мешать помириться, но, все-таки, несмотря на то, что какие-то конфликты еще будут конфликты, они действительно очень разные, будут конфликты и вплоть до рукоприкладства может быть, но. Все-таки они потом помирятся. Но это будет больше, чем через год. Это будет позже. Вообще, вот мне почему-то вот пришла информация, это без карт, вот просто вот бывают такие инсайты, что уже надо бы внуков, понимаете? Мне кажется, вот я даже вот не только на своем опыте, на опыте других темы мамы-дочки, это дочки-матери, это постоянная тема. Вот когда появляются внуки, внучки, все, уже ты вот эту свою желаемую значимость с дочерей, уже ее снижаешь на внуков.
уже в них вкладываешь, уже их водишь на все кружки, на все секции, и уже от них ждешь отдачи. Вы понимаете? Уже все, уже фокус смещается. И вот почему-то и здесь мне идет такая информация, я сейчас посмотрю еще картами, что вот когда появится маленькая или маленький, уже фокус сместится и уже не будет таких конфликтов. Потому что уже будут ставки делаться на молодое поколение подрастающее. Понимаете, о чем я говорю? Так, если появится внучка или внук, любовь сместит вот этот вот момент. Вот смотрите, выпала карта шут, выпала карта королева пентаклей. То есть такая заботливая действительно бабушка, которая будет всячески опекать и будет всячески вкладываться вот в ребенка. И не только вкладываться монетой, да, вот заботой, теплом. И мне кажется, вот это был бы хороший способ. То есть это может быть либо один момент дождаться внуков, а второй момент, если, например, вот, ну, не хочет дочка, да, потому что сейчас европейские женщины, то есть вот если раньше мы там 23-24, ты уже считалась старая вешалка, и уже детей старались рожать там 24-23 года, это вот такой был возраст. Но сейчас современные девушки, и я, в принципе, разделяю эту точку зрения, рожают ближе к 40. То есть это нормально сейчас считается. Вот в современном мире ближе к 40, да? Когда ты уже нажился, нагулялся, ты можешь уже уделять время семье и детям. Вот. И мне почему-то кажется, что любовь может ребенка и взять себе с любого и детского учреждения, либо дождаться внуков. И тогда вот это, вот этот градус с дочерью, он вот немножечко станет помягче, не будет вот этих вот всех вещей. Вот. И я еще хотела посмотреть вот такой вот вопрос по поводу магического воздействия, потому что я вот насколько понимаю, если любовь такой человек сильный энергетически, и особо к ней ничего, вот это вот все не липнет, все эти магии, все вот эти порчи, ахалай, махалай. Ну вот это сразу вот видно, энергетика, сила. То что касается дочери, вот у меня почему-то возникло такое, вот я посмотрела видео буквально несколько лет назад, возможно, там имеет смысл девушке сделать чистку. Это могут быть всевозможные чистки и на воск, и энергетические. То есть вот почему-то ощущение негатива. То есть кто-то, может быть, просто позавидовал, может быть, действительно поставил какую-то негативную программу. Но на самом деле, вы знаете, у меня была хорошая знакомая, Царство Небесное, так вот она чистила людей. И она мне всегда говорила, не всегда считаю, что кто-то обязательно на кого-то, что какое-то зло наводит. Даже просто элементарно человек вступить может во что-то ногой. Да, вот просто вот какую-то вещь получить, да все что угодно. Вот давайте посмотрим, есть ли негатив на Любе. Жрица, рыцарь пентаклей. Десятка пентаклей. Смотрите, хорошая стоит у любви защита по карте жрица. Я думаю, прекраснейшая защита. Все нормально, все хорошо. Человек рабочий. Человек сам, я думаю, имеет даже любовь, какие-то способности, предчувствия. Что-то у нее должно такое быть. А теперь давайте посмотрим Татьяну. Есть ли какие-то негативные воздействия на Татьяне? Что вот эта ругань началась, вот эта вот невозможность личную жизнь вот как-то вот все-таки с кем-то окончательно уже определиться. Хотя она, в принципе, молодая, я понимаю, что 30 лет – это совершенно не обязательно, чтобы выходить замуж. И я, наверное, об этом отдельное видео запишу, вообще вот о своих мыслях по этому поводу, по поводу того, во сколько нужно идти замуж и почему только… Вот менталитет у нас такой, что вот у нас смотрят все гадания, все предсказания о замуж, да, хотя вот в Европе абсолютно эта тема замужества, 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 она абсолютно вызывает, ну, недоумение, то есть, ну, не может быть такого, что вот всем надо замуж по расписанию. Так, смотрим, есть ли негативные какие-то
на Татьяне. Вот смотрите, двойка жезлов. Вполне возможно, по этой карте, может быть, Татьяна пыталась в астрал выходить, какими-то практиками занималась эзотерическими. Луна тоже карта не есть хорошая, не есть хорошая. И я бы сказала, еще и смотрите, еще и туз мечей. Вот этот лабиринт, мне он не нравится. Я бы сказала, что Татьяне нужно обратиться к специалисту, который сможет ее энергетически очистить. Один момент. Второй момент. Вот тогда уйдет вот это раздражение, вот эти вот поиски себя, да, то есть человек будет заниматься тем, что у него хорошо получается. Прекрасные рисунки, как я уже сказала, мне очень понравилось. Прекрасные картины. Я видела, как она играет на фортепиано. То есть талантливые обе, каждая по-своему. Но человек вот застрял. Вы понимаете, мне не нравится ни одна из этих трех карт. И тут, конечно, помощь хорошего практика, да, не кого-то распиаренного с таких сомнительных ведомств. Тут нужна какой-нибудь даже бабульке в деревню поехать, чтобы все это с Татьяны вычистили, убрали и очистили. Ну, давайте посмотрим перспективу. Вот если все это убрать, может быть, и ссор тогда не будет, вы понимаете? Вот смотрите, туз пентаклей, она тогда станет вот заземлиться. Вот смотрите, она заземлится и личную жизнь наладит. Возможно, парень будет у нее младше нее по возрасту, помоложе. И вот более быстро, более активно человек будет жить. И по колеснице, вы видите, она, возможно, опять вернется. То есть она, я не вижу, чтобы она сидела на месте, она вот постоянно будет какие-то путешествия, дорога, разъезды, вот. Но намного лучше будет, намного. И личная жизнь, и материально у Татьяны лучше будет, и будет выбор. То есть однозначно ей нужна энергетическая очистка. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Желаю, конечно же, всем мамам, у кого есть дочери, всегда с ними находить общий язык. Всем дочерям уважать своих мам, потому что это бывает, ой, как непросто, ругаются все. Я тоже со своей мамой ругалась раньше. Сейчас мы живем раздельно, сейчас не ругаемся. Но это бывает, вы понимаете, это бывает у всех. И цель этого видео была все-таки разобрать ситуацию, и я надеюсь, что она кому-то поможет. И если вам нужен расклад на Таро или картах Ленорман или гадание на кофе и чай, можете ко мне обращаться. И, конечно же, я желаю всего самого доброго и Татьяне, и любви. И пусть все будет у них хорошо.